кларнет, фортепиано, лагерспиль и колокола. Идея написания контракта возникла у молодого композитора именно в связи со знакомством с деятельностью детского хора «Весенние голоса». В контракте использованы стихи нескольких анонимных современных авторов, написанные на языке квейки. Это один из так называемых эльфийских языков, сконструированных английским писателем и лингвистом Джоном Толкином, который известен широкой публике как автор трилогии «Властелин колец». Кантата состоит из трех частей: Лоэлинде, Олёме и Исиде. Первая часть, Лоэлинде, в переводе означает «колыбельная». Однако это не просто колыбельная, а прощальная песня в память о погибшем герое, великом короле Аракноре. Широко растут руки в сиянии травы, слушай, как далеко волны клянутся берег, клянутся беречь подобные медью корабль, вечно несущий людям счастье. Забудь свой меч, не усыпан звездами, храни твой покой во сне. Вторая часть, Олёме, что означает это победный гимн ночи, гимн свободы, восхищение красотой и величием звездного неба и ночных просторов. Третья часть – «Туман». Это песня о холодном тумане, который неизбежно рассеивается с наступлением нового дня, о победе света над мраком. Песня о вечном обновлении и начале новой жизни. Темный туман – дарит память, где тени дней прошедших вечно бродят, не исчезают, не умирают, где мерцают далекие звезды, где спят белые цветы, темных водных гостей. Пусть яркий свет солнца засияет в красе на зеленых местах, пусть сели прежних лет уйдут навсегда. Итак, звучит кантата «Это люди», исполняет хор «Весенние голоса», солисты-инструменталисты Анна Шинчук-Крейда, Ярослав Белицкий, кларнет, Дарья Чистякова, скрипка, Максим Мельников, скрипка, Анна Першина, альт, Виталина Сиденко, виолончель, Елизавета Крылова, лагерштейн, Анна Нинакова, фортепиано, Михаил Фомин, дирижирует Алексей Фартушко. Thank you.
солисты Анна Шевчук-Флейта.